когда что-то яркое в жизни происходит первый раз, то вот ничем не передать, ничем не сравнить. То есть это будет только захватывает дух, а это море радости, море какой-то химии внутри, настроение куда-то улетает просто в космос. Как сообщили, что мы победили, я все не могла понять, рада я или нет. И потом Давид сказал мне, что типа ты выиграла, значит ты едешь. И тут меня накрыла волна эмоций, и я просто очень обрадовалась. И просто даже, мне кажется, чуть плакнула от радости, потому что очень круто. Победили мы ярко, интересно. Командная игра, я думаю, это тому, чего учит связной. Поэтому благодаря команде, благодаря каждому из ребят мы здесь. Выглядит из того, что команда очень сплотилась, все были заряжены на результат. Ребята поверили в победу, мне кажется, это было основным и главным. И как бы это все привело к тому, что мы с командой оказались сегодня здесь. Гонконг – удивительное место, на самом деле не похоже ни на что. Это Китай, но если посмотреть на город, то это какой-то Нью-Йорк, либо это Америка, либо это Австралия. И как бы эти два колорита между собой сочетаются, и как бы ты и на Востоке побывал, и одновременно в Нью-Йорке. Место, где будет проводиться финал, я думаю, будет выглядеть как заброшенный остров. И, наверное, будет и природа, и какой-то хай-тек. Какие-то, наверное, джунгли, потому что природа здесь такая очень красочная и яркая. Наверняка будет что-то необычное, но вот насчет красивого не уверен. Мы выиграли в 2012 году, мы выиграли в 2013. Какие-то ребята, они довольно и основательные, и готовые действовать. Как может быть страшно? Мы выиграем. Любое соревнование, оно всегда захватывает, это азарт. Но у нас довольно спокойная, собранная команда, то есть никто там не рвет друг друга, не кричит. Я думаю, если в таком темпе все будет продолжаться, будет хорошо. Действительно, ребята все активные, друг другу стараются помочь, поддержать, как-то понимая с полуслова. Быть капитаном команды – это большая ответственность, потому что ты отвечаешь, грубо говоря, не только за свою судьбу, но и за судьбу ребят. Я на всю жизнь запомню это!
знаю, как это объяснить, но, наверное, неправильно называть это просто мотивацией. Ну, то есть, потому что это не то, чтобы мотивационная программа, это какое-то, ну, тоже какое-то единение глобальное людей, которые собираются вместе, и этот заряд энергии какой-то, он чувствуется. Как никогда здесь точно можно сказать, что не главная победа, а главное участие. Вот именно в этой ситуации точно. Энергия связного, она создает такие незабываемые эмоции, и это очень важно на самом деле, потому что те люди, которые участвовали в конкурсах, они продолжают об этом очень долго рассказывать впоследствии. Вот это важнее, как ни странно, важнее там даже, наверное, денежных призов, потому что эти события, они недоступны всем. И то есть участвовать в этом событии, это очень значимо. И вся энергия, она получается, что она становится каким-то образом жизнью компании и очень сильно добавляет драйва. Поэтому мы продолжаем и в этом году тоже.